танцевать и в том признаться не боюсь. Но чтобы время не терять, я танцевать учусь. Уединять себя в чужих, магнитофон включаю свой и перед зеркалом большим пляшу сама собой. И пусть не получается пока, но я так быстро не сдаюсь, я научусь наверняка. Могу дать слово, только попроси, что скоро не стыдно мне будет тебя пригласить на танец, на танец, на танец. Вы обратите внимание, что прямые конкурентки помогают на бэк-вокалс. Аплодисменты. Девчонки, спасибо. Кому бы дать слово? Как вы думаете? Максиму Фадееву. Максим, вам слово. Мне очень понравилось. Хорошая девочка. Самое главное, что видно слаженная работа Игоревой команды. Мне очень понравилось, и еще раз хочу отметить, что ребята молодцы. Уолтер Афанасьев. Ну, что-то неожиданно. Мне понравилось. Я просто посмотрел, и все вот эти dancers, танцоры. Ну, начала играть музыка, музыканты отлично сыграли это все. Баки прекрасно. Девушка спела очень хорошо. Ну, сюрприз такой. Задача была у Анны сложная. На самом деле мы действительно дали такое произведение, которое всегда на конкурсах тяжело исполнять веселые песни. Такие достаточно простые, незамысловатые. То есть облажаться можно прямо вот на раз. Удивительно, она не облажалась. Она попала во все ноты. Она спела пьяно в начале. Но на самом деле мы все не ожидали. Вот в какой-то момент на репетициях вдруг говорят, Анна раскрывается. Реально раскрылась. Молодец. Спасибо. Спасибо большое. Вы смущали меня.